откуда взялась наша малаканская вера. Малаканская вера существует с давних времен, но начало ее неизвестно. А по мнению секторов, она основана в 1805 году государственным крестьянином Тамбовской губернии Семеном Матвеевичем Куклеиным. И она всегда Господа просила: «Господи, возьми меня как своего дитя, она не так, как вот дай мне смерть». Она так не говорила, а просила, что возьми меня, как я на мужу. Сдал мне крест, но я устал вести его.